подводим итоги и рассказываем о самых интересных публикациях и участниках конкурса. Гомельчанка Анна, которая в данный момент находится в Санкт-Петербурге, делится своим рецептом. Найти тропические джунгли и насладиться эспрессо-тоником под звук фонтана. Вполне себе хороший вариант, главное, Анна в этих тропических джунглях не заблудиться. Наталья Берникова, тоже из Гомеля, прислала нам эстетичное фото, судя по всему, крепкого кофе. Самое хорошее утро для Натальи, цитата, «Встал, умылся, выпил кофе и остался дома». Ну, сегодня как раз тот случай. И переходим к победителям нашего конкурса. Ольга Горлова любит культпоходы и культпоездки, частый гость телевизионной студии «Беларусь-4», пишет. Выпила я кофе на гуще, погадала, день волшебный себе и намечтала. И правда, очень хороший рецепт правильного заряда на день. Спасибо, Ольга. И еще один наш фаворит – Наталья, девушка с гитарой, мама четверых детей, пишет о своем утре так. «Иногда я могу все, а потом кофе перестает действовать». Значит, нужно еще одну порцию кофе, Наталья. Спасибо за вашу активность. Нашим победителям достаются кружки от «Беларусь-4», из которых кофе вдвойне вкуснее. Администратор проекта с вами обязательно свяжется. Для тех, кто поучаствовать не успел, но очень хотел, все еще есть шанс поделиться своим рецептом «Доброго утра». Продолжаем собирать лучшие варианты.